Накануне Международного женского дня в городском доме культуры состоялось мероприятие, посвященное этому замечательному празднику. Лучшие творческие силы города и района порадовали всех собравшихся своим творчеством. Без вас, конечно, нас бы не было сейчас. Родные жены, мамы, бабушки и дочки, от всей души примите вы поклон от нас. С каждым днем все больше солнца, все больше тепла. Приближающийся Международный женский день собрал в Большом зале Дома культуры славянских женщин, которых сердечно поздравил с праздником глава района Роман Синеговский. Сегодня, в преддверии праздника, конечно же, я хочу поздравить всех наших мам, жен, сестер, дочерей, всех наших любимых женщин от души с 8 марта, с праздником любви, радости, хорошего настроения. Любовь дарите нам только вы. За это мы вам благодарны, за то, что вы нас мотивируете на созидательные дела, за то, что вы нас любите, за то, что вы нас поддерживаете, за то, что вы создаете тепло и уют в доме. Мы вас любим, мы вас поздравляем. Будьте счастливы. С праздником! Прекрасные песни были исполнены популярными славянскими артистами, и большинство из них, конечно же, были посвящены женщинам и любви. Много добрых слов прозвучало со сцены в этот день в адрес виновниц торжества. И они достойны этих слов, в этом уверены все мужчины. Женщины служат и в вооруженных силах, и в нашей части тоже на данный момент служат женщины. Служат и на должностях связиста, служат и в строевой части. В разных частях женщины нужны по-своему. С Международным женским днем 8 марта пожелать им счастья, здоровья, удачи, женского счастья. Наши милые женщины, вы самые лучшие, самые прекрасные, наши любимые. От всей души поздравляю вас с праздником весны, любви, здоровья вам крепкого, всего самого наилучшего, счастья. Дорогие наши любимые женщины, поздравляем вас с праздником, желаем вам всего-всего самого наилучшего. Будьте счастливы, будьте любимы, будьте здоровы. И пусть у вас всегда будет весеннее праздничное настроение. Весенний праздник уже вступает в свои права. Пусть все ваши мечты станут реальностью, милые женщины. Андрей Вишневский, Игорь Ванчугов, Константин Монастыренко.